По ситуации с вывозом мусора в городе Пятигорске, ситуация в целом находится под контролем. Наблюдается в некоторых местах отставание от графика, но мы это видим и с региональным оператором в данном случае поддерживаем тесную связь. Хочу сказать сразу, это мое личное мнение, что все внутренние проблемы регионального оператора и мусоровозящей компании ни в коем образом не должны повлиять на жизнь города в целом. Поэтому мы, безусловно, наблюдаем за ситуацией, где, возможно, подключаемся, помогаем техникой. Но еще раз хочу сказать, что в целом ситуация под контролем.